156. Let's go. Пентаграмма Халтужан. Сегодня уже был Халтужан. Прикольно. Nice. 69 LOL 69. HK. HK. SM3A. Три хп красных, а вот тут джан пентаграмма. Так. 1.13 скорость, 5.57 дэмэдж, 9 рейд. Шикарно. Шикарно. Неплохо. Пентаграмма, how to jump. Ту-ту-ту. И в этом раунде не выиграл. Не выиграл никто. Хорошо. Другой раз. Вам точно повезет другой раз. Я в этом уверен. Я отключаю ставки NPR на время начала рана, чтобы не засирали ставками новыми, пока я записываю и проверяю ставки за прошлый ран. Немножко потерпите. Теперь все работает. Теперь уже ставки есть. Иначе там хер пойми, ставка на какой ран идет. Сложно потом разобраться, чё к чему. Smiley face, please no smiley face. No smiley face allowed. Что я делаю? Зачем я выёбкиваюсь на эти спайк-блоки? Наш две упало. Я съем. Возьму да и съем. Раз упало. Дорого. Или дорого идти в Керсруму. Ну, что задал ты я. Just need two more. Oh no. Careful. Do not skip it again, that's like very low skill. Taking red heart damage. А то фичер на последний кровный свой саб.
грустно звучит. Ладно, мне свои последние кровные тратить, этого не стоя. Да и вака полнеса. Low from Russia. Бога мой. Страшный парень с эпикаком. Возможно, к тебе не дело будет, возможно. Возможно, нет. Я бы его тут взорвал. Не, подожди, не подал взорвать, нахер мне взорвать камень. Ради бомбы я так могу забрать. Oh, fuck. Ладно. А подожди, тут может быть секретка. Тоже вариант. Там, наверное, еще одна тычка. Come on. Я доиграюсь. Хо-хо-хо! Гаром. Ха! Хуя тут денег. The fuck. Вау. Нормально. Свечка. В таком ране, наверное, перебьюсь. Я чуть хп не взял. Мне тупо пока хп надо, на всякий случай. А, здорово, Дедай. То есть это тупо калька, да, с того рана? Там тоже будет How to Jump Dedai. Только с самого начала. Похоже, мы в повторе. У нас повтор пошел. Седы бракованные. D4 может быть. Но тут, наверное, я D4 не нажимаю, потому что это очень хороший старт. Тут, типа 2 демеджа по ЕДД уже нормально тиры. Наверное, здесь-то я не ролю. Здесь-то, возможно, я не ролю. Ну, посмотрим. Это всегда говорю. Он все равно, блядь, ролю каждый раз. Повтор, мы в повторе, да. Похоже, похоже на том. Ничего нового здесь в этой игре уже нету давно. Уже лет 5 как. Что там было за рума? Там была бедрума, да, по-моему? Там, по-моему, была бедрума. Бедрума, у меня все равно нету даже бомб на нее. Забей. Вау. Ну-ка. Ха! Окей. Окей. Ну, нормально, нормальный старт. Неплохой старт. Yes, okay, да, владел. Кажется, там пускай Керса. Что-то даже плохо, понял, такую жалко. Что там может быть? Чего я там не видел, как говорится. Что я там уже видел в этих сокровищах, керсумах? Все, ну, одно-то потому. Тара-та-тара-та хп. Впустую. Весел может быть, но хотя с другой стороны этот водяник вроде мне тут прям принципиально надо. Что, на самом деле весел-то прикольно с плотрайцем иметь на всякий случай. Ну, вроде здесь не так это принципиально.
Типа, пока полета нет, Хатуджан пригодится. Думал, страшно, но типа Vessel Blood Rites. Там проклят Invincibility можно ебашить Blood Rites'ом. Да ну, конечно, вроде очевидно, типа... Пока вроде Хатуджан поприятнее звучит. Алло. DMC? No. Please, no DMC. Хаурпин. А знаете что? Опять тузка, так уже не работает. А еще одна хуйня, окей. Miss these soundtracks. I don't miss them at all. No. I prefer real music. We might get back to it eventually, but we'll see. But I think I will just use Twitch soundtrack thing, it's real music. But like, kinda copyright free. So I guess I will just switch to Twitch soundtrack eventually. If they will keep like pushing on live streams as well. This DMC crap. I didn't have to have Twitch and Spotify and my Zoom open at the same time. Wait, what? Why do you need Spotify open to watch the stream? How does that work? Найс лабиринты. Watch time, watch time. С чем вас поздравляю? Реально за время было завязано на поинтах, кстати. Watch time. Вы же все по-моему с самого начала, да, по-моему, сидите. Uptime 2 часа 15 минут. Час 40. Нужен Зак. Зак, по-моему, будет с самого начала. По нему можно проверить точно. Как он считает. Или кто был с самого начала стрима? 50 поинт. Nice. Ты был с самого начала? Окей, значит да, все-таки, видимо, над поинтов было. Вероятно. Видимо, да. Да, значит все правильно. Ладно, все, хватит срать. Команда в чат. Сейчас, по-моему, самых поинтов будет больше лоу. Правда, поинты эти, они в никуда. Я с ними ничего делать не буду сказать. Что за поинты? Это Stream Elements. Поинты. С ними ничего не будет делаться, скорее всего. Нет, как у Грега не будет випки в конце месяца за поинты. Нет, такого не будет. Гебла тоже не будет, нет. Нечего чат засирать вечно этими гемблами. Бля.
меня уже казино одно есть, зачем второе казино? Я думаю, одного хватит, нет? У меня ставки есть, и так они полстрима забивают чат. Потом еще гембл будет еще один. Слишком много информации, по-моему, в чате. Прикольно же, вот кастил бы ты еще. Чего кастил? Чего, блядь? Ууу, окей. Фиеста, фиеста нельзя, фиеста DMCA-ж. Даже Грек удалил. Или может я могу забрать фиеста, потому что Грек секунд засал DMCA. Okay. Okay. That's pretty poke. That's fun. Good bilk. Это, кстати, редко, когда я среди грибов получается Magic Mushroom. Вот реально. Там довольно редко их нахожу. Это чаще всяких рандомных грибов. А не те, которые ты хочешь взрывать. Получается. Не нравится мне ваш ран? Сделайте свой. Какой вам понравится. Какой есть, такой есть. Что я могу сделать? Другого пока не дают. Приходите через 500 ранов. Может там будет ран, который тебе понравится. Рестарте. А вот хуй тебе. Потому что у меня нет токенов. Я не могу рестартиться. Как тебе такое, бужик? У меня ни одного токена нет. У меня 0 токена. Кнопка R сейчас не работает. Она не активна. Понимаешь? Твоя шутка не сыграла. Понимаешь? Ты попал в просак. С этой шуткой. В просак. Понимаешь? Ты хотел смешно пошутить, но ты получилась эта хуйня, понимаешь? Шутка-то не удалась, потому что у меня нету кнопки R. Нету кнопки R. Ни одного, сука, токена нет. Я не могу рисовать игру. Шути после Бомба 2. Тогда это будет актуально снова. Кстати, да, это тоже от котика защита. Кстати, по-моему, у кого-то эта хуйня была, помню. В тайтле. У Керри, что ли, у него было. Написано, что типа стрик у него на самом деле такой-то, а на экране такой, потому что кошка ему стрик зарисетила. Алло. Ну и лошара. Секретка. Деньги. Деньги это я все раздам. Чё, Дюк, будешь так кастить? Суббота, воскресенье. Хотя бы начало. Кэт сразу. Рукас, нет, он будет на английском кастить. Как вчера с Грегом. То есть нормально, с Грегом он пиздит, значит, в войсе, да? А стрим у него ноу майк. Понятно. Все с вами понятно. Да, но Грег вчера в CSGO играл. За деньги, причем что-то дольше, чем надо играл. Видимо, это. Вошел во вкус. На стриме следил, что до свидания, лол. Как смешно. Смешная шутка. Спасибо за фоллоу, пик снимаю. А почему этот бот не пишет мне сообщения?
Ведь там все хорошо. Шметер есть бот, который может за меня всех за фоллоу благодарить. Мне надо будет даже на это отвлекаться. Еще удобнее будет. Мне, конечно, не сложно, но я бывает проебываю эти уведомления. Вроде же я эту хуйню настраивал. Профайл. Не, не то. Может, это алерт, типа? Какие-то хуйня, господи. My dashboard. Слушай, зачем он мне все на русском языке сделал? На английском было понятнее, чем на русском. Зачем он это сделал? А, чат alerts. А, я его не включил, окей. Я троллю. Учер троллит. Все, теперь есть. Кто-нибудь подпишитесь, будет алерт. Алло. Можно даже бесплатно, кто еще не подписан. Должно сообщение появиться. За нового фолловера и подписчика. Привет, Мартимир Мял. Или коресап может есть. Готовый. Коресап есть. Хуйня. Опция. Тоже можно попробовать. Новый бот не на одного бота. Уж это реально первый раз за 3 года стриминга. Такая хуйня. Кто это делает? Какой больной выгоды кто хуйню делает? Зачем мне столько ботов? А ты пропустил, Дюк, ко мне тут была бот-атака. Не знаю, сколько там ботов подписалось за раз. Ну, очень много. Ну, человек 50 на 100, может. Да, там типа follow один за одним. Ну, видно, что это... Ботоводня. Первый раз такая хуйня, реально. Ни раз такого не видел у себя. 500 вроде? Да не, не 500, наверное. Да, ну 500 быть не может. Наверное, поменьше. Сколько там сейчас показывают фолловеров у меня? 4,5 тысяч, было 4,4, так что... 100, наверное, вот 100, наверное, да. В чем прикол? Хуй его знает. Просто люди больные, делать нечего. Нагоняет ботов куда-то. Типа фоу-то хуй с ним, это легко заводить. Хуже когда-то в чат пишут боты. Чуть-чуть более противная хуйня. Вот базару ноль, сапка была бы получше. Во-во-во, еще один появился. Найс. Ну, если у людей IQ очень высокий, вот они такой хуйней любят заниматься. Что ж поделаешь. Бог им судья. Настолько жизни заняться больше нечем. Пускай энергию тратит. Ну о том и речь, я говорю, что типа не было никакого спама в чат. Как бы я бы один хер это быстро бы остановил просто с обмодом. Моментально, но в любом случае это очень странное, конечно, действие. Но если человек долбоёб, то это обычно не лечится, к сожалению. Это обычно надолго. Знаю по личному опыту. Только остается пособолезновать. Down.
Я вообще все-таки за фоном уберу на эту хуйню. А то реально, если, не дай бог, опять будет, когда будет так, там уже пиздец, застрет то весь чат. Только на сам поставлю, наверное, этот алерт писал в чат. То реально, там заебут чат чистить. Этой параши. Стример будет, стример никого сегодня не будет. Меня Гитлер раскучивает на стрим рейда завтра, это мем просто. Бери и стрим. Нынче все стримят. Можно я все еще активка с первого этажа был? Редкое событие. Я так и не смотрю ни на что другое. Странно. Найс, девочки. Найс, мальчики. Одно будем фармить. Остальных уже не будем, наверное. Лоу, найс. Дали хуйню. Теперь мы точно фармим лоу. Теперь мы точно фармим. 100%. Ага, 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 да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да. Ага, так. 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 Спан, ага. Так. Пошло. Ace of Hearts. На самом деле, да, наверное. Проебался, да, если я взял эту хуйню. Так, мальчик противный. Мальчик не хочет давать то, что мне нужно. Мальчик, урод. Мальчик, давай. Это уже кончилось, все. Найс, nice. Все шприцы мира. Тупо рейндж, хорошо. Я на полароида ставлю. У нас просто есть 5 чуваков, которые работают в вечернюю смену и с нами не идут. Постоять хотят. Окей. Бывает и такое, наверное. Прыг-прыг. Еще прыг-прыг. Рипорт. Это правда. Ну, типа, ладно. Вдруг не рип. Вдруг ни разу не прокнет. Плацента. Там же только шанс, по-моему, раз в минуту. Вдруг не будет ни одного прока. Неожиданно. Ну нет, конечно, такого, скорее всего, не будет. Такого, скорее всего, не будет. Такого не будет. Все же такого не будет. Ну ладно. Один хрен ран хорош. Переживем. Денег закинем. Фигась. Та! Господи. Эх, почти 6-6. По-моему, на одну не хватило. Все правильно понял. Тут ткани не дотянули. Ключ по Кайзаку. Мне его посоветовали очень-очень давно. Очень-очень-очень давно.
поиграл и понравилось. Так что вот. Так что мой совет, ни с кем не общайтесь никогда. Иначе будете вайс играть 8 лет подряд потом. Это очень плохо. Не слушайте никого. В итоге да. Как наркотики. Первое бесплатно, а потом уже все. Осуждаю, кстати. К стримеру, думаю, отдать за все еще, наверное, больше сейчас пришло. Хотя сейчас уже, может быть, нет. Типа там много пришло с марафона, по-моему, последнего, по-моему, который был в январе прошлого года. Там довольно много пришло тогда народу. Ну, с Деза пишу все, но основная масса приходила первая, которая 2-3 года фолловеры. И больше. И точно были все от Деза. Подавляющее большинство. Там потом уже, да, с турниров там приходили понемногу тоже, периодически, когда турниры еще что-то значили. Не надо вот этих пус. Man, it's crazy how this round was just as powerful as last one, but it didn't take an hour. Previous round wasn't an hour on, you can don't troll. It was only 40 minutes, I think. Stop trolling. It was only 40 minutes, even sub 40 minutes. So it's not even much faster, actually. It's like maybe 15 minutes faster. Not a super faster. Я с педанком записи на фэсу посмотрел, и мне понравился, стример говорит, казалось, еще и вайска играет. Даже вот такое бывает. Такие, конечно, думаю, случаи редкие. Все-таки, чтоб челик пришел ко мне с НФС и остался на Айзек, это, конечно, из ряда вон. В основном, конечно, те, кто НФС смотрит, они сюда уже и не приходят, большая часть. Что им только НФС нужен, очевидно. Как и тем, кому только Айзек нужен. И таких, конечно, меньше. В общей массе. Что вы смотрел? Хуй его знает. Что-то такое странное. Окей. Бега. Шоу он из фан? It's kind of fun. You're right.